Первые лучики солнца скоро появятся, а значит, петух орёт как тварь, а значит, самое время доить коров. Жизненно, не правда ли? Все хорошо, только петух орёт не поэтому. Ему вообще плевать на лучики солнца и все в таком духе. У него есть свои биологические часы, которые подсказывают ему, когда надо начинать орать. И вы не поверите, есть даже исследования, когда петухи кричали в нужное время даже в изолированной комнате. А делают это они не для того, чтобы ты такой красивый пробудился. На самом деле, они так обозначают свою территорию. Что-то типа: «О, времечко пришло! Я тут главный!» Вот так вот и кричит в итоге вся деревня. А также петуч может кричать не только утром. Много разных факторов есть. И кстати, на территории всегда один вожак. И пусть только подчиненный попробует начать кричать вместо главного, вот что будет.